Всем салют! С тобой Арчибальд и великий обзор. Блять, какое убожество я посмотрел. Это просто пиздуш какой-то. Жалкая пародия на американские боевики, блять. Про кикбоксеров, блять. Фильм «Молот», Россия, 2016 год. Поехали, блять. Шаги чемпионского титула. Карьера молота. Перечеркивает страшная авария. Отмени любой поединок, может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что молотом его прозвали не только за сокрушительный удар. Настоящий боец на ринге в жизни. Он продолжает борьбу даже в центре паутины лжи и предательства. Да ну нахуй, блядь! Рискуя всем, он идет на пролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную. Блядь, я смотрел, я смеялся. Я половину фильма думал, что это... Я думал, это комедия. Ребята, я думал, это комедия. Александр Чадов, какой из него, сука, боец, блядь? Пиздец. Ну, Оксана... Акиньшина постоянно играет в эту проститутку. Постоянно. Губы, сука, крашеные. Вечно красит губы в такую цвет, блядь, для сосания. Знаешь, вот так. Постоянно какой-нибудь трэш снимается. Ну, понятное дело, что все за бабло. В бюджете, сука, в 5 миллионов. 800! Почему не 900? Почему не 700, блядь? 5 миллионов долларов. 800 тысяч. Они сняли парашу. Убожество полное. Поэтому сразу говорю, мой совет — не смотреть. Подкос под американские боевики, блять, вот это вот. Обязательно вот эти фразочки, вот эти вот заставочки все. Что он такой крутой, едет на машине, богатый тут. Ёлочка, тю-тю-тю, блядь. Тьфу, сука. Я люблю бои. С самого начала мне нравился рестлинг. Хотя он был такой, да, он глупый, он смешной, но, блядь. Есть замечательные фильмы про бои всякие. Я уже забыл, как называется. Но, блядь, вот это убожество, самое натуральное. Нашли кого позвать, Чадов. Сука, режиссер, ты чем, блядь, там курил, что ты курил? Нурбек. Пиздец. Нурбек, хурбек. В общем, мой совет — не смотреть. Рейтинг всего лишь 3 балла. 3 балла, блядь. Все. То есть почти 2 часа полной хуеты. Сюжет наипростейший. Просто, я не знаю, пойду срать во имя любви. Вот, мой сюжет. Все, я могу снимать фильмы, только вот бюджет. Все, посрал во имя любви. Пиздец, убожество. Убожество. Есть много хороших фильмов про бои, про кикбоксеров. Это же высер очередной. Очередной русский высер. В общем, с тебя лайк, дизлайк и подписон. Это был честный обзор. Арчибальд. Покидал.